Сошлись на ринге в Нягане, состоялась матчевая встреча по боксу. В ней приняли участие две команды – Югры и Урала. Площадкой проведения боев стал Центральный лес культуры и отдыха. В лесном массиве поединки проводятся впервые. Они вызвали интерес, кажется, у всего города и, конечно, боксерского сообщества региона. Показать мастерство среди берез и сосен приехали 9 спортсменов из Екатеринбургской академии единоборств, и столько же участников выступили от школы бокса Нягани. Выявили сильнейших по схеме 3 раунда по 3 минуты каждый. Призовой фонд 150 тысяч рублей. В итоге 10 побед остались за хозяевами, 5 у гостей матчевой встречи. Отметим, история югорского бокса пишется с 70-х годов прошлого столетия. За эти годы выросло не одно поколение мастеров кожаной перчатки. Только вернулся с первенства России. Из 60 регионов России мы заняли 6-е командное место и привезли в Югру 1 золото и 2 бронзы. Надо быть, скажем так, в постоянстве. Но эти соревнования, они как прям воздух нужны нашим детям. Ну, в этой динамике и живем боксерской.